Хоккеисты тольяттинской «Лады», борющиеся за попадание в плей-офф, встретились на своем поле с безусловным лидером нынешнего чемпионата Суперлиги «Локомотивом» из Ярославля. Обе команды в первую очередь стремились строго сыграть в обороне. А учитывая то, что ворота защищали лучшие вратари Суперлиги Егор Подомацкий и Майк Фаунтин, нет ничего удивительного, что игра завершилась нулевой ничьей. Тем не менее, «Лада» пока сохраняет за собой восьмое место, позволяющее принять участие в финальной стадии турнира.